Кашхабльское сельское поселение всегда делает все возможное для того, чтобы содержать поселение в надлежащем виде. Это и уборка территории, и еженедельные чистые четверги. Но до сих пор существуют прецеденты, когда бьются фонари, ломаются лавочки и так далее. Сегодня приводим в порядок детскую площадку, чтобы на выходные, на праздничные дни дети могли отдыхать. Сегодня здесь были проведены сварочные работы, работы, связанные с покраской всей территории детской площадки. Убедительно хотел бы попросить всех жителей аула, родителей, чтобы люди, которые приходят сюда отдыхать, чтобы они тут не ломали. Это для них все делается. Поэтому еще раз хочу их попросить, чтобы они отдыхали и ничего не ломали. А мы, в свою очередь, будем помогать делать так, чтобы было красиво.